Совенок, совенок, хо-хо, танцует и прыгает вверх. Он крыльями машет, хоп-хоп, и прячется лучше всех. Совенок, хоп-хоп. Перед домиком совенка стоит новая игрушка. Это самосвал. Хоп-хоп, тук-тук, хотите поиграть? Ого, кузов поднимается. Самосвал! Куда он поедет? На парковку. Хоп-хоп, толкай. 3, 2, 1. Доехал. Твоя очередь, тук-тук. Тук-тук, тук-тук. Дятел еще маленький и умеет считать только тук-туками. Остановка! Тук-тук запрыгнул в кузов самосвала, как будто в автобус. Этот автобус везет тук-тука домой. Ох, как тяжело ехать вверх по пандусу. Тук-тук, ты куда? Ты нашел веревочку с магнитом. Отличная идея. На самосвале как раз есть магнитное крепление. Прикрепляй трос к магниту. Вести самосвал за веревочку гораздо легче. Хоп-хоп справился. Самосвал на самом верху. 3, 2, 1. Воу! Вот это скорость! Теперь очередь дятла запускать машину. Доставка! Присоединяем трос и везем самосвал наверх. Эй, где моя доставка? Сюрприз! Тук-тук загружает самосвал деталями другой игрушки. Три, два, один. Самосвал на месте. Разгружай кузов. Это ковш, который можно прикрепить к игрушечному трактору. И еще один ковш. А вот и трактор. Прикрепим один ковш впереди и один сзади. Готово! О! Птички, сколько у вас машин? 2! С этими рабочими машинками вы можете убрать сухие ветки с травы. Вот так.
продолжаем работу. Поможем муравьям собрать ветки для их муравейника. Большой ковш легко справится с этой работой. Загружай! Трактор собирает ветки и загружает их в кузов самосвала. А самосвал отвезет груз к муравейнику. Полный кузов! Поехали! Муравьи, смотрите, сколько веток! Можете продолжать стройку!